Пасха – один из самых главных праздников для верующих. Христиане в этот день с особой торжественностью и радостью начинают приветствовать друг друга словами «Христос воскрес». И это, пожалуй, самое краткое выражение сути веры, которое звучит в православных храмах по всему миру. В храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости пасхальную службу отслужил протоиерей Виталий Сладков. После молебна за несколько минут до полуночи все готово к праздничному шествию. Крестный ход, совершаемый в пасхальную ночь, это шествие церкви навстречу воскресшему Спасителю. Обойдя вокруг храма, все останавливаются перед закрытыми дверями, как бы у входа ко гробу Господнему, и раздается радостная весть. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Священники заходят в сияющий храм, начинается пение пасхального канона, а затем служится литургия. Пасха празднуется 7 дней, и поэтому вся неделя называется «Светлая пасхальная седмица». В эту ночь в храм доставили благодатный огонь от гроба Господня из Иерусалима. Уже более 2000 лет огонь чудесным образом сходит на гроб Господень именно в день православной Пасхи. 40 дней после Пасхи считаются пасхальным периодом, и православные должны приветствовать друг друга «Христос воскресе» и услышать в ответ «Воистину воскресе». Особая атмосфера этого праздника дает прихожанам глубокую радость, укрепляет стремление творить добрые дела, окружать заботой родных и близких.